Недоумение при виде квитанции за обслуживание многоквартирных домов возникает часто. Хотите знать точно, за что платите? Пора садиться за парту в школе домкомов. Еженедельно по пятницам в этой школе собираются активисты в сфере ЖКХ. Они разбираются в том, за что они платят и соответствует ли это оказанным услугам по обслуживанию многоквартирных домов. Вот сейчас это мы рассматриваем вот эту всю цепочку. Первое, что был проведен технический осмотр дома, что по результатам технического осмотра жителям было представлен перечень работ, что надо сделать. Управляющая организация должна осмечить эти перечни работ и сказать, что да, это будет столько, разделить на площадь дома и сказать: уважаемые друзья, в этом году я вам сделаю такие-то, такие-то работы, заплатите мне столько-то копеек с квадратного метра или рублей с квадратного метра. Вот при выполнении вот этой системы получается так, что рубль привязан к работе и работа привязана к рублю. При нынешней системе начисления плата существует сама по себе, а работа не существует. Прежде чем уйти на летние каникулы, школа домкомов проведет еще несколько важных занятий, которые проходят в администрации Советского района и в центре ЖКХ.